Как нужен Бог тому, кто в Бога верит. Как нужен Бог не знающим Его. Никто нужды той в Боге не измерит. Мы все во всем зависим от Него. Как нужен Бог каждую минуту среди всех этих хлопотных дорог, когда в беду попали наши дети или болезнь внезапно сбила с ног. Бог нужен у моря, если там несчастье и помощь ниоткуда не придет. Бог нужен в воздухе, когда опасность и потерял с землею связь пилот. Когда твой друг в горах завис над бездной, а ты не знаешь, как ему помочь. Когда попытки выжить бесполезны, метет пурга, а впереди вся ночь. Бог нужен, когда шахту затопило, а там твой самый близкий человек. Бог нужен, когда старость наступила и вдруг заметил, как короток век. Бог нужен, когда хлеб в полях сгорает, а долгожданного дождя все нет. Когда тревога на душе терзает, а неизвестность все не шлет ответ. Бог нужен людям в трудную минуту, когда надежды в мире нет другой. Соломинкой той видится кому-то Бог, когда дно уходит под ногой. И сколько раз летело в небо эхом: «О Боже, если ты на свете есть!» Свидетельств много собралось об этом, ответов Божьих никому не счесть. Но иногда бывает слишком поздно. Ведь Бог до этого так долго ждал, и кто-то очень больно, очень страшно свое неверие на земле пожал. Бог долго терпит, ждет. Бог всех нас любит, но есть долготерпению предел. И шанс свой упустив, себя погубит тот, кто нуждаться в Боге не хотел. Не надо ждать, когда камин остынет, когда цветы на холмик понесешь, когда один окажешься в пустыне, когда отчаяние в тебе как нож. Так хочется, чтоб к Богу приходили не потому, что грянула беда, а потому, что Бога полюбили, что власть Его признали навсегда. И хочется, чтоб все могли осмыслить, увидеть, перечувствовать, познать, как нужен Бог, как милостив Всевышний, как хорошо Ему принадлежать. Аминь.